Друзья, привет всем! Сегодня будет очень важное видео. Расскажу вам о новом этапе, расскажу вам, куда я буду двигаться дальше. Обязательно досмотрите его до конца. На фоне я поставлю торговлю. Это будет последняя торговля. Последняя торговля на этом канале. Последнее видео о торговле на этом канале. Смотрите, я принял решение уходить из этой тематики, из тематики бинарных опционов. Эта тема очень сильно погрязла во лжи, эта тема очень сильно скатилась. Вообще, ребята, это видео должно было быть очень жестким. Я долго готовился к этому видео, я готовил сценарий, я хотел вам показать полностью все доказательства касательно брокеров, касательно других трейдеров. Но знаете, как-то вот в последний момент я понял, что нужно быть выше этого. Я вам уже говорил, да, что мой канал не для этого. Что больше на моем канале подобной херни не будет. Мне нужно сосредотачиваться на ценности, мне нужно сосредотачиваться на пользе. И вот я решил просто это все оставить. Пусть это все вранье, пусть оно все остается где-то там, потому что, знаете, я вас учил, что если ты видишь дерьмо, нужно это дерьмо оставить. Не нужно копаться в дерьме, потому что ты запачкаешь руки, и это дерьмо попадет на тебя. У меня есть переписки с другими брокерами, как брокеры мне писали, как просили перейти меня к ним. У меня есть видео с фейковыми счетами, я это все записал. Если вам интересно, пишите мне, я вам дам, но знаете, зачем вам это? Давайте будем сосредотачиваться на пользе. Раньше в этой тематике было 3 трейдера, не было никаких фейковых счетов. И все постигали все на своем опыте. Сейчас развелось кучу трейдеров, 100 трейдеров. Люди, которые совершенно не разбираются в этом виде заработка, начинают снимать видео, им выдают счета на любую сумму. И это не серьезно, ребята. Просто все это попадает на меня, все это дерьмо попадает на меня, и из-за этого страдает моя репутация. Мне давно уже писали подписчики, что Тарас, это уже не серьезно, тебе нужно переходить на новый уровень. Люди мне писали, что мне нужно идти на биржу, но, ребята, у меня же другая концепция, у меня же совершенно другие цели. Помните, я еще в общежитии ставил себе цель изменить мир. Вот эта фотка, вот девушка на фоне моря с черными волосами. Смотрите, какого, да, она уже ужасного качества. Вот следы от скотча. Выгорела она на солнце уже. Вот, это все мои мечты. Сейчас я все вам покажу. Вот моя цитата. Эти цитаты висели у меня еще в общежитии. Вот на скотч, вот их отодрал. Они все уже выгорели. Хочешь изменить мир, измени кого-нибудь верой в тебя. Это моя цитата. Я не знаю, как я это сделаю, но я это сделаю. Мечтая о невозможном, получишь максимум. Наполеон. Я не знал, как я это сделаю, но вот я хотел помогать людям. В один прекрасный момент я понял, что если я буду учить людей заработку, вот только буду выпускать видео по торговле, люди ничему не научатся. Да, они научатся торговать, они научатся там поднимать деньги, но они все равно останутся без денег. Чем больше они будут зарабатывать, тем больше они будут тратить. Они по-прежнему останутся несчастными. И поэтому я начал выпускать видео по мотивации, по психологии. Я начал выпускать видео о финансовой грамотности. Я начал рассказывать, что нужно откладывать деньги, что нужно читать книги, что нужно ходить на семинары, развиваться. И вот эти видео изменили жизни людей. Именно из-за этих видео меня люди начали благодарить, что они по-другому начали мыслить, что они пересмотрели свой подход к образованию, к воспитанию детей, начали понимать, что они неправильно распоряжались финансами, начали инвестировать. Я понял, что нужно сосредоточиться на этом. Так что если бы я учил людей вот чисто трейдингу, это бы не соответствовало моей концепции. Я вот изначально хотел вот сделать что-то стоящее, что-то великое. У меня была изначально вот глобальная цель. Я в книге Тони Робинса прочел очень четкую цитату. Для того, чтобы преуспеть, нужно сосредоточиться на долгосрочной цели. Нет такого человека или такой организации, которые стали бы преуспевающими, опираясь на краткосрочную цель. Также и Евгений Черняк говорил только другими словами, что у вас должна быть цель, которая лежит за пределами вашей жизни. И вы будете к этой цели идти.
Только так добиваются успеха. Также и Наполеон говорил, что вы должны мечтать о невозможном. Вы должны ставить невозможные цели, чтобы добиться максимальных результатов. Вот почему эти люди великие. Я, наверное, запишу об этом видео. Это, ребята, очень важно. Поэтому я сосредоточился на ценности. Я вам уже писал в Инстаграме, чем я отличаюсь от конкурентов. Пока конкуренты хотят на мне похайпить, пока они там снимают на меня всякие разоблачения, я сосредотачиваюсь на пользе. Я думаю о том, а что я еще могу дать людям. Пока мои конкуренты спят, я на семинарах, я развиваюсь, я читаю книги. Пока мои конкуренты меня копируют, я придумываю что-то новое. Пока мой конкурент ищет изъяны во мне, я ищу новые навыки в себе и прокачиваю их. Вот это вот правильный подход. Вот моя концепция. И вот всю эту тематику с бинарными опционами ютуберы начали превращать в какой-то Дом-2. Начали на этом хайпить. Я, конечно же, понимаю, что людям интереснее смотреть всякие разоблачения, интриги, расследования. Но я не хочу у себя собирать такую аудиторию. Я хочу, чтобы люди сосредотачивались на пользе. Я хочу, чтобы люди осознали, что все эти разоблачения, все эти видео, они им не помогут добиться успеха. Сосредотачивайтесь только на том, что вам поможет. Сосредотачивайтесь на том, что принесет вам пользу. Вот правильный подход. Поэтому, ребята, я принял такое решение. Весь мой путь, он уже у меня есть на канале. Некоторые подписчики даже писали, что Тарас уже нечем у нас учить. Я уже записал последнее видео по обучению. Я там обо всем рассказал. Я вам рассказал о той модели, с помощью которой вы сможете заработать на бинарных опционах. Все остальное, ребята, зависит от вас. Вы мне можете задать вопрос, а чем же ты будешь заниматься? Теперь на этом канале будут только полезные видео. Я вот залез на заграничный YouTube, и там есть очень много крутого, полезного контента. Я буду его для вас переводить. Также я буду выпускать свои видео. Также я выделил 15 тем, которые помогут раз и навсегда изменить вашу жизнь. Этих тем нет в интернете. Это очень-очень крутая инфа, и она очень-очень простая. И вот я хочу этой информацией с вами поделиться. Плюс я хочу сосредоточиться на своей книге. Я очень серьезно к этому отношусь. И вот очень тяжело она у меня идет в плане того, что не хватает банально на это времени. Плюс я хочу сосредоточиться на инвестициях. Я, конечно же, буду вам о своих инвестициях рассказывать. Я хочу проинвестировать в акции. Также я хочу разобраться с инвестициями в недвижимость. Потому что я вам уже говорил, я раньше вот накупил квартир, не знал, как правильно инвестировать. А оказывается, ребята, это целая наука. В этом нужно разбираться, на это нужно потратить очень много времени. Также я вот хочу создать какой-то свой продукт. Какой-то продукт, который изменит жизни людей. Потому что, ребята, нужно переходить мне на новый уровень, мне нужно двигаться дальше. Снимать видео, там торговать, это все хорошо. А что я могу после себя оставить? Что я могу создать такого, что реально поможет людям? И вот я сейчас над этим задумываюсь и хочу создать какой-то продукт. Такой продукт, которого еще нет в мире. Может, есть уже, но его наверняка нету в наших странах, в странах СНГ. И как раз вот жители наших стран, они нуждаются больше всего в изменении качества жизни. Потому что в Европе там более-менее нормально, там другие люди, там они по-другому ко всему относятся. У нас все по-другому. И вот я хочу как-то помочь изменить жизни людей. Так что с YouTube я никуда не ухожу, и на этом канале скоро будет очень много полезных, крутых видео. Теперь касательно торговли. Я, конечно же, буду для себя продолжать торговать, но видео уже снимать не буду. Так что если вы меня где-то встретите, я вам покажу свой дневник, я вам покажу, как я торгую, я вам чем-то помогу. То есть для себя я торговать буду. И остаюсь на опционах, потому что они мне нравятся, потому что я все знаю об этом виде заработка, и я в этом разбираюсь лучше всех, так что я вам могу с этим помочь. Плюс мне в опционах нравится простота. Здесь все очень просто, здесь не нужно никаких документов. Здесь все быстро заводится и быстро выводится. Вот почему я там не перехожу на биржу. Потому что опционы — это очень просто. А результат будет такой же, как на бирже. Может, даже лучше. Теперь поговорим о закрытой группе. Не переживайте, мы по-прежнему будем торговать. Но, смотрите,
что я начал понимать с годами, да, что я вот хотел людей научить заработку, но создал какую-то утопию, да. Люди переставали брать на себя ответственность, они рассчитывали на меня, они меня винили, да, например, в минусовых сигналах. И я здесь как бы противоречил своей концепции. Просто я хочу, чтобы люди осознали, что зарабатывать они смогут только сами. Я уже это говорил, когда я это осознавал, я уже это говорил в последних своих видео, что никто денег в карман вам не положит. Вы сами должны их туда себе положить. Понимаете? Ни одна закрытая группа вам не поможет зарабатывать. Зарабатывать вы должны сами. И поэтому моя закрытая группа для того, чтобы показать вам путь. Показать, как торгуют другие трейдеры. Показать вам там статистику. Я давал доступ от своего счета. Я дал доступ к своему дневнику, чтобы вы смотрели, чтобы вы брали с меня пример. Но зарабатывать вы должны сами. Перестаньте верить в эти сказки, что есть какая-то группа, что есть какой-то метод, что есть какая-то суперстратегия, которая вам поможет. Нет таких групп, нет таких стратегий. Все зависит только от вас. Поймите, пожалуйста, это. Просто вот так устроены люди. Во всем мире так устроены люди. Они хотят переложить ответственность на кого-то, и чтобы кто-то за них там зарабатывал деньги. Но так не бывает. Вы должны научиться зарабатывать сами, только сами. Поэтому мы продолжаем обучаться. Я больше сигналы в закрытой группе давать не буду. Мы будем торговать, но сигналы будут давать подписчики. Те трейдеры, которые у меня учились. Сигналы будут выдаваться на демо-счету. Мы будем учиться, обучаться. Только обучаться. При этом весь технический анализ, все курсы, конкурсы, все остается, ребята. Я не говорю всем, все, расходимся, до свидания. Нет, ежедневные конкурсы также будут проходить. Видеокурсы, они все бесплатные. Я их покупаю за деньги и даю их вам бесплатно. Многие думают, что они платные. Там написана цена, за которую я покупал эти курсы. Но они для вас бесплатно достаются. Также книги, также технический анализ, это все остается. Возможно, мы будем торговать больше. Возможно, подписчики будут предлагать свои методики для торговли. Те трейдеры, которые хорошо разбираются в зонном графике, которые хорошо скальпируют, будут давать сигналы по скальпингу. Те трейдеры, которые хорошо разбираются в свечном графике, будут там давать сигналы на 5-15 минут. Это мы еще все будем внедрять. Я, конечно же, буду все это контролировать. Я, конечно же, буду заходить. Я, конечно же, буду смотреть, менять там концепцию. Смотреть, что говорят люди. Возможно, мы запустим две торговые сессии. У нас была одна торговая сессия с 17:00 по Москве. Возможно, мы запустим еще вечернюю торговую сессию. То есть продолжаем обучаться. Также, ребята, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на канал по торговле. Первая ссылка в описании. Подписывайтесь, там будут видео выходить каждый день, через день. Там будет очень много выходить видео. Плюс там будут выходить мои видео. Также я буду перезаливать свои старые видео. Весь мой путь с самого начала я перезалью на этот канал, чтобы вы еще раз посмотрели, как я зарабатывал, как я шел к миллиону. Также там по-прежнему будут выходить видео моих подписчиков Сергея, Григория, Препотрейдер там будет выпускать видео. Все эти ребята, они будут вам рассказывать, чему они научились, и показывать свои новые фишки. Там будет много новой информации. Там будет теперь не только, ребята, скальпинг. Там будут разные стратегии. Чтобы вы смотрели, что подходит вам, да, потому что я вас учил только вот одному скальпингу. Я показал, что работает для меня, потому что, как по мне, это самая простая стратегия, которая подойдет всем. Но некоторым она не подходит. Мне многие подписчики говорят, вот я не могу торговать на минутке. Я торгую на 5 минутке, и у меня все отлично, все сделки заходят. То есть для каждого все индивидуально. Так что обязательно, обязательно, обязательно подписывайтесь на этот канал. Вот сейчас зайдите и подпишитесь, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Кстати, можете не нажимать на колокольчик, потому что там видео будут выходить каждый день или через день. То есть очень часто там будут выходить видео. Видео там выходят в 8 утра.
8 утра, каждый день там будут выходить видео, так что подписывайтесь. Также вы меня просили озвучить статистику сигналов из закрытой группы. За последний год я посчитал статистику, получилось 803 плюса и 181 минус. Это 81,6% прибыльных сделок. Я считаю, это очень крутой результат. Очень много работы вот было проделано за последние года. За 17 и 18 год мои трейдеры заработали больше 100 миллионов рублей. Ну что, ребята, в принципе, я все сказал. Мы продолжаем обучаться, мы продолжаем зарабатывать. Подписывайтесь в мою группу по обучению. Вторая ссылка в описании. Чтобы сюда попасть, достаточно написать одну фразу «Прими в команду». Еще раз хочу вас предупредить по поводу мошенника. У меня только одна единственная группа по заработку. Вторая ссылка в описании. У меня одна оригинальная страница в ВК и в Инсте. Все остальное – это мошенники. У меня нет никаких помощников, у меня нет никаких дополнительных страниц. Все это развод. Если вам кто-то пишет от моего имени и говорит, что я сотрудничаю с Тарасом, или это я, но пишу вам с другой страницы, это все развод. Я никогда первым не пишу, пожалуйста, запомните это. Я никогда ни у кого не прошу скинуть мне деньги. Я никогда вам не напишу, переведи мне 2000 рублей на киви. Это не я, это развод, ребята. Вы должны об этом знать. Все мои оригинальные страницы находятся в описании под видео, так что будьте бдительны. Также подписывайтесь на канал с советами. На этом канале подписчики делятся о том, как изменилась их жизнь. Они делятся разными полезными фишками, которыми пользуются. Они рассказывают о книгах, которые изменили их жизнь. На этом канале очень много крутой информации, так что подписывайтесь. Также подписывайтесь на канал по мотивации. На этом канале будут выходить только мои мотивационные видео. Вы можете посмотреть, каким я был раньше. Вы можете проследить весь мой путь к успеху. Вы можете посмотреть, как я рос. Там очень много крутых видео. Там самые-самые мои первые видео, потому что я перезаливаю все свои старые видео на тот канал, чтобы на этом канале была одна тематика. Одна мотивационная тематика, так что подписывайтесь. Четвертая ссылка в описании, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Ну и конечно же подписывайтесь на основной канал, нас уже 150 тысяч. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку, за понимание. Дальше только лучше. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Да сбудутся все ваши мечты. Всех люблю, целую. Удачной торговли. Пока.